чемпионат охватывает множество, практически все колледжи и техникумы нашего субъекта, нашей Вологодской области. Чемпионат проводится с целью повышения заинтересованности ребят в рабочих профессиях, заинтересованности ребят в обучении в колледжах и техникумах. На сегодня свой путь в системе СПО выбирает каждый второй ученик 9 класса Вологодской области, и мы очень рады этому, так как на сегодняшний день рабочие специальности пользуются огромным спросом среди работодателей Вологодской области и в целом страны. Очень много участников в нем участвует. Я решил участвовать в нем, потому что, ну, я, как и многие, тратил очень много сил и времени на то, чтобы получить новые знания и навыки. И этот чемпионат является некоторым чек-листом, проверкой твоих знаний. Действительно ли ты умеешь что-то, действительно ли ты что-то достиг? Да, участвую я, чтобы проверить себя. Знаете, насколько я хорош в деле. Я хотел проверить свои профессиональные навыки и умение работать в команде со своим партнером. Хотелось каких-то призов и испытаний ради своих целей. И казалось, что только на таких конкурсах могут прям достойно оценить вашу работу.